Егорский тхэквондист получил президентский грант. Мастер спорта международного класса вартовчанин Максим Храмцов стал победителем конкурса для студентов. Сейчас он учится на первом курсе Нижневартовского госуниверситета. Ежегодно фонд президентских грантов выделяет более 1000 стипендий за достижения в науке, искусстве и спорте. Размер поощрения 20 тысяч рублей в месяц. Отмечу, что сейчас Максим Храмцов в числе главных звезд в мире тхэквондо. Он становился чемпионом мира в 2017 и чемпионом Европы в 2018. Спортсмен претендует на участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Японии.